मगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। Лал Бахадур Шастри. Ровно в 16 часов по ташкентскому времени одновременно распахиваются три двери, участники переговоров входят в зал и занимают места за круглым столом. Президенту Пакистана и премьер-министру Индии обращается председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр. В своем выступлении премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри заявил: It is with great pleasure that I express on my behalf. Я с величайшим удовольствием от себя лично и от имени своей делегации выражаю нашу благодарность за гостеприимство, которое было нам оказано, и за внимание и заботу, которые были проявлены к нам. Очень теплый прием, оказанный нам жителями Ташкента, глубоко растрогал нас. Мы дали немедленный и положительный ответ на ваше приглашение принять участие во встрече в Ташкенте. Цель установления мира, которая вас вдохновляла, поистине благородна. Мир жизненно необходим и для Индии, и для Пакистана, и более того, для всего человечества в целом. Мы должны попытаться открыть новую главу в истории индийско-пакистанских отношений. От исхода этих встреч зависело будущее 600-миллионного населения полуострова Индостан. Переговоры были сложными и трудными. Тяжелое наследие, оставленное колонизаторами, долгие годы омрачало отношения между соседними странами. Премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри посетил Институт востоковедения Академии наук Узбекистана. Директор института Сабахат Азимджанова представила премьер-министру Индии известную узбекскую поэтессу Зульфию. Лалу Бахадуру Шастри были преподнесены в дар научные труды. Премьер-министр Индии сердечно поблагодарил сотрудников института. Во время посещения Ташкентской мечети премьер-министра Индии заинтересовали древние мусульманские манускрипты.
Переговоры продолжались. По просьбе премьер-министра Индии Шастри. С ним несколько раз встречался председатель Совета министров СССР Косыгин.